Сейчас уровень пенсии достойный в России или нет? Я вас умоляю. Нет, конечно. $100 это разве достойно? Нищенский. Я работал на многих странах за пределы страны. Когда я работал, я зарабатывал огромные по тем временам деньги. Когда я пришел оформлять себе пенсию, они посмотрели, извините за непарламентское выражение, сказали: не себе, вот это зарплата, но больше, чем вот мы вам дать не можем. И дали мне нищенскую пенсию, меньше 200 евро. Судя по моим родителям, они получают очень хорошую пенсию, но они всю жизнь отработали, и у них очень большая пенсия. Какой должен быть оптимальный уровень пенсии, чтобы на все хватало вам, например? Хотя бы, я так думаю, 1030. 1020-25. 35 минималка там везде. Думаю, 1050, наверное. Пенсия вот оптимальная для вас, чтобы прям хватало там на одежду, на все? 1080, наверное. Это вопрос, конечно, сложный. Я не знаю. 1100. Вот у меня 45 пенсия. Наверное, еще мало. Еще на сегодня, по сегодняшним ценам, еще столько же. Ну, порядка 800 евро в месяц. Это нормальная пенсия по Европе. 50 тысяч – это пенсия, та, которая бы хватала для основных, соответственно, нужд пенсионера. То есть ей, чтобы на питание хватало, и чтобы могли отдохнуть, и детям помочь, или внукам, точнее. Ну, как-то так. Какой уровень пенсии вы считали бы достойным в России? Я не задумывался об этом. Ну вот, когда вы будете выходить на пенсию, какую год? Я вышел на пенсию 10 лет назад. И вам на все хватает? Я ее перечисляю в детский дом. Я деньги себе заработал раньше. Я на государство не надеюсь. Чего и вам желаю.